Hello, this is Nick speaking. Captain Nick from Kinchigad Airlines. Please fasten your seatbelt and have a wonderful flight. Я в роли хлопушки выступаю, поэтому могу точно заявить, что это будет шедевр. Суть такова. Егор, один из героев, давно, 5 лет назад, встречался с Катей. У них была большая любовь, потом она прошла. Егор приезжает в машину со своей новой девушкой, ракетой, одесситой, бимбой из Инстаграма. И тут Катя моет машину, Катя снимает комбинезон, едет на велосипеде. I'll take my bike and ride away and let this feeling burn away. Tomorrow is another day. We'll see. I might still love you, I might not. Ветер, волосы прекрасны. Кать, а ведь у тебя есть определенные страхи насчет велосипеда. Да. Я их борю, потому что ради мечты, ради любимого дела вообще нужно бороться все время страхи. Нужно от них избавляться. Вот при первой возможности просто сказать, пускай идите куда-то далеко, а я буду здесь ездить, делать, сниматься, петь в конце концов. Вкусно кушать. Вкусно кушать, вкусно спать, вкусно танцевать. Что случилось? Почему такой страх велосипеда? Да просто у меня выбило 5 зубов, а так вообще ничего страшного. Егор бросает эту одесситу, едет за ней на машине. Это номинация. Everyone is filming. We are ready. Ready to fly. Ребят, чё сидим? I'll take my bike and ride away and let this feeling burn away. Tomorrow is another day. We'll see. Врываются в джунгли, бегут к синопу, пробираются. I might not. Все это время им сопутствует амур со стрелами, которые стрелять будут по очереди во всех. Я играл в фильме «Шутка ангела», но играл там продавца в автосалоне. Спускайся и прячься, да. И хитро смотри из-за коряги. Вот, после чего мы окажемся у прекраснейшего синота. И после танца что? Я не могу столько стоять тупить, я, похоже, поскидывала, задушила. Конечно же, прыжок. Следите за Егором, он боится прыгать. Это будет его первый прыжок. Думаю, к концу он наложит что-нибудь себе в штаны. И самая интересная задумка нашего прекрасного Александра Нестерова в том, что они прыгают в синод и оказываются, как будто выпрыгивают в клуб. И уже нарядные, красивые, где я диджей буду диджеить, да, диджей инкогнито Алехандро. Мы готовы напиться. Мы будем тусоваться, веселиться, радоваться и да, снимем все-таки наш прекрасный клип. Давай, не снимай. Давай. Там
же будут наши звездные Сонька Каштанова и Нона Гришаева, которые будут подружки с Купидоном. Наслаждаться этим всем действием в клубе, весельем, угаром. Они будут смотреть с вожделением на этого Амура. В общем, будет весело. И после чего в конце наш Амур проснется на пляже с видимостью того, что ему это все приснилось. Вот такие пироги. Я думаю, что это будет здорово. Fun fucking tastic. I will eat you. Да, это жизнь. Так и живем.